нас минус 2, да? Ничего, звездочет так убьется. Звездочету играйте, пожалуйста. Вихрь. Ясно. Теперь. Дальше квест. У нас еще одна птичка и выйдет. Ушла просто так. То есть мы могли бы добежать. Одна эвейднилась и одна убилась, когда был босс неактивен, насколько я заметил. По прорицателю. Панцирь. Неплохие такие за. Капец, для хантов чуть боешки появились. Мобы идут. Дайте игру. Ай-яй-яй, заберите, заберите. Берсерк у них здесь пальцы. По черепу играйте. Сколько так и нужен, дорога? Один сила там и желательно. ДД или ДД? Да. Поле при. Да, да, да. Поле при. Кто говорит? Кто? Умора. Вообще не понял, кто. А, все, умора. Помощник дал, добирай. Блять. Че, ни одной боешки сегодня нахуй не смогли? Тыкните шкаф, пожалуйста. И так. Дайте ему дискорд по братски. Дискорд там уже дайте. Я уже не могу нахрен. Будет, будет. И ГПшка, и ЕПшка. А че, это кольцо Критхаз, да? РДДшный, который упал. Да. О, что, турбо будешь забирать, если строим? Нет, зачем? У меня есть 277. Оно не лучше по статам. Так, нет, суммонили. Бафнули тех, кто падал. Ну, РДДшный, ДЦшный. Ршамовский. И Холипаловский. А я на пол по танкам даем, играем. Дима, прожимку дай. Да я еще и не заработал прожимку. Ну, начало положено. Ворон. Опа. На базу ворон. Да, воронку на базу. ДПСера добрать? Давай, добирай. Очень лютого. Полкришот. Метись. Ой, ёпки, ну ты добрал, конечно. Лютый. Кто, блядь, агрота держать его будет, но? Ну, я буду истерию на себя кидать. Умонь ты вот. А ничего. Это Митей сам играет или нет? Ты кто? Да, сам. Турбо. Грацули тебя, чё? Короче, пол гильды своей затащили, блядь. Степан, пол онлайном, нахуй.
Подожди, турбойс автоматически передает прибед чертеж, поскольку не можете его забрать. Тыкните, пожалуйста. Тыкните на шкаф. Ебать, 106 тысяч. Да ты что, мне сейчас так ударит, потому что у меня левых снова нет. Я реально. Перезарядка. Ба. Резали танков. Ух ты чё. Фаталити. Так, сейчас я перетащу еще людей. Нео это Холи Присли, правильно понимаю? Да. Все верно. Здорово, Кокс. Да, привет. Так, дальше где-то Метис. Что там, как там Майами? Так, давайте потом вы рассказывайте это. Подскажу, да. Не Майами, Бали. Поешками посыпаются, да? Прожимку давай, если есть. Следим за агро, жесткий на пул, пожалуйста, даем нам за агри, потому что у нас не 250 этих. Невесный вилок. Чё, Метис, они присуманы? Присуманы? Надо его на трэш суманить. Наша кто гроза держит. Мне не надо на трэш его суманить. Пускай боящка садится, да? Наронка? Я тоже на базу. Да. Давай в ГБ её тоже, гад. Метис отказывается от воронки, чё? Да, понятно. Херово, что тут трэш защищали, конечно. Фулл трэш чистим, конечно. Линкните ещё раз дискорд Метиса. Кому нет? Там патрули еще есть, по кругу. Да, быстренько эти три троих сливаем, а потом патрулям. Ну до конца не ролик не интересно. Кашля. Ты неправильно сказал, ёбаный автокашля. Так, давай без мат. Сорян. Так, Антох, тут у нас получается Жека здесь и Паша тут, да? Mm-hmm. Оставляй, не продавай. Потому что ты 5, а этот как его тебя надо будет активировать за эти воронки. Перетяни Метиса, скоро. Сейчас я перетяну, не беспокойся. Короче, Кокс уже сходил не зря. Так, контроль дали. Дай лучше. Он видите, пишет, Аддон пишет, что тени всех убил. О, всем привет. Что-то я зашел. Паш, привет. Здорово, Павлик. Так, кто это дает? Провидец пустоты. По провидцу пустоты сыграли по черепу быстро. Быстрее. Паша, череп убить надо. Вообще здесь впервые. Тут многие, да тут все впервые. По черепу играем, потому что сейчас ляжем. Чем быстрее вы убьете, тем лучше. Ой, я превратился. Сейчас Паша будет отбила. Ты лежал в охуяре. Повесли. Чуть боешки сыпятся и сыпятся.
Это у меня целкана. Давай, давай, рисом, рисом. Говорят, как Ларл. Даю масрез. Начинается. Да это как целка сделано, там на первых мобах этот меньше шанс выпадет. После первого босса всегда больше шансов. Что ты здесь боешь, да хера посыпать, да? Да не понизят тут дроп. Я не уверен, что понизит. Как раз таки наоборот цена упадет. Фулл баф дали, пожалуйста. Где там трэш? Где патрон? Мы далеко пошли. Следим за игрой, ребят. Тут нету контрольщика? Нет, контрольщик идет там. Морфис. Стан, не спали. Не спали. Ты был один, да? Понял. Так, стоим. Вот это приоритет. Значит, так и бы может. Пошли. Ох, с тобой Фурик. Может его поконтролить, не? Нет. Череп играем. Пожим туда. Быстро под череп играем. Можете бурсты отдавать него, потому что бурсты откатятся до босса, пока мы этот трэш чем. Чем быстрее убьем, тем быстрее будем босса. Дим, также. Контроль. Отлично. Искра света, наносим урон с нужно 10 на 7%. Че, бежать, да? Нет, интересно. Не надо долго бежать. Так, вроде патрулей больше нету, проблем больше не будет, спрашиваю. Прессу. О, а у совы-то есть это. Так, хороший шлинг. Сразу не врывайтесь, дайте немножко нагреть. Понимаешь, что мне кажется, ли тут у Траша меньше хп, чем у РБК новых? Хочется пиу-пиу, но его здесь дохренище. Насколько я видел, на этом боссе надо трэш какой-то забивать, да? Разделяет. Я объясню. А как ДБ пополняется за гильдой? Да они сейчас закрытятся. Не, это понятно. Я говорю, когда гильдой идут, как ДБ пополняется. Ну или жги мне всем похуй. Поешек больше, чем за все время целка. Стан. Да они скоро станут слишком маленькими. С ценой. Ух, ё. Прожим. Может куда? Бомжей? Не надо. Прожим куда? На пол я давайте. Не надо отбегать. Вас далеко трэш не снимает. Даларан, обратитесь сразу, чтобы мы за вами побежали. Че? Мора быстрее. Не надо отбегать, мы видим. Знаки Эльдара дают больше после репа, да? Да, вроде как.
Огорозы. Мне жалко, у меня котенка спиздит. Ну, бог, раз покажи пушку. Вот еще одна боешка. О, Unroll. На это в первую же очередь хорошо, но второй будет такой если. Правда, везде бы боюсь. А, запах кто забрал? Запах кто забрал? Кто сейчас? Сколько помню, Холипал. Вот за. Да, конечно. Да мне на западных хунта. Да, здесь хан. Забираю сон, но не то, что нужно. Нормально. Угу. Это друга, этот хан. Я потом тебя кину. Так. Просто бегаю. Во время того, как мы чистили тряпки, их уже так. Нет, я здесь не тоже. Так, все, трэш не чистил. Все, уже цепь, Долоран, партнерство. Так. Далее, по тактике. Ребят, максимальная сосредоточенность, постараюсь прианонсить, конечно, рыбу пока вам поставил. Так, здесь ДД фласки. По тактике. Все стоят в кругу. Дим, твоя задача. На пул все, все на пулы на микстурку. Дальше. Босс танчится лицом наружу. То есть ты стоишь в кругу на самом краешке. И танчишь его наружу. Здесь понятно. Все остальные за спиной босса. Далее. Босс кидает каст. Сейчас, если точно скажу вам его, то скажу. Так. Гнев Астроманта. У меня ДБМ должен ставить меточку череп, соответственно, постараюсь заанонсить это. Как его? Эта метка должна выбежать с этого круга примерно от круга до луны. Желательно вот так вот. Если вы это не сделаете с этим дебафом, по истечению... Сколько там секунд? По истечению 10 секунд все, кто находится с вами в рейнже где-то, соответственно, рейнже 10, подбрасывается вместе с вами в воздух. Вы тот, на таком дебаф был этот гнев Астроманта, соответственно, упадет нормально. То есть по нему дымак при падении не нанесется. Остальные, кто с ним рядом был, подпрыгнут, они просто разобьются. Надеюсь, понятно. Это там же в дебафах, где категория будет отображаться, да? Должно, да, быть там. Далее. Соответственно, босс будет исчезать. То есть вы этого не запаривайтесь, то есть все нормально. Будет появляться примерно как вот
такие, не вот как луна, да, а такие столбы света, как луны. Соответственно, их будет три штуки. С этих трех штук первый раз выйдет трэш, примерно такой же, какой мы чистили. Мы его, Дим, и ты помогаешь мне, и я стараюсь собрать. Соответственно, держим его под боссом. Далее. Вторая пачка мобов будет два моба. С двух порталов выходить два моба больших, которые отхиливают босса на 10% его хп, если не сбить ему каст. Каст сбивается только станами и салом ханта, клыкач. Понял? Если у тебя сало не вкачано, тогда забей фиг. Морфис. И все остальные. Следим за станами. Стан в пустоту мы не отдаем. Только на исцеляющем косте. Нет. Только станами и салом. Не знаю, попробуй сбить, если у кого-то эльф есть, попробуйте сбить, но не факт. Соответственно, что мы делаем? Да, второй пачкой два моба, которые хилят босса на 10%. И с третьего портала появляется босс. Соответственно, Клыкач, твоя задача, когда вот эти первый трэш мы маленькие свич, то есть убиваем, даже, соответственно, когда он выйдет, ты кидаешь в рандомную вот этот такой же столбок света свою замораживающую ловушку. Услышал меня? Угу. Соответственно... Нет. Появляется моб, он будет законтролен. Турбо. Если что, кидай на него овцу. Соответственно, Влад, если что, кидаешь на него этот, как его, жабу. Ребят, здесь главное одного моба законтролить. Второго моба мы вливаемся все, соответственно, я его ловлю, ставлю его под босса. Вы убиваете моба, затыкаете ему каст. Соответственно, убиваем моба первого, второго я тащу, убиваем второго моба, играем по боссу. Будет периодически бить ОЕшкой. Сейчас скажу, слепящий свет. Он будет наносить 10к дамага и увеличивает на 15 урон, не на 15%, а на 15 единиц от тайной магии, то есть не запаривайтесь. Нормально. По первой фазе это все. Далее на 15%, даже на 20%, босс превращается как у Пэта Лок, у Лока Пэт второй по прокачке синяк такой. Большого такого синего фига. Он больше не будет исчезать. Мы в него даем на 20% геру и вливаемся по боссу. Периодически он будет какого? Соответственно, на всей протяжении босса он будет кидать этот гнев астроманта. Следим за этим, надо выбежать. И на последней фазе, соответственно, меньше 20% хп, тени, доктор, по очереди, держите на себе, пожалуйста, антифир, потому что он будет фирять. По-моему, на второй фазе нет астронавта, просто фир. А, нету астронавта, да? Все, понял. Тогда астронавта нету, на второй фазе только фир. Соответственно, фир снимаем. Перед рожей босса также не стоим. Еще раз рыбу поставил, фулл баф дали. Ребята, не только станы сбивается, сбивается еще рапитенсом, попробую. Покаяние. Если что, у меня тоже есть. Пока тем. Смотрю стрим вакханала, тут как раз за Матисса говорят. Павлик. Что Матисс проебал дуэль вакханалы. Паша. А, чё, мне говорят? Да, тебе. А. Ты себе ещё Т5... Чего ещё раз? Т5 не брал себе? Не брал.
Что, нормально? Так. Более чем нормально. Я бы сказал, даже очень нормально. Как на готовность? Это ж ты 5 надо пара делать. И 4 предмета или только 2? Нормально. Т5. 4 Т5. Короче, после рейда, если что. Клонус, готов? Так смотрю, там вообще сложного ничего нету. А пола в микстурку. Клонус сейчас подходит, наш демон, и начинаем. Клонус тут. Готов, все отлично. Отчет на пол. Побежали. Тали сначала. Тали, пожалуйста. Дима, ставь его нормально. Все зашли в круг синий. Быстро! Да все, он кастует, он не двигается. Угу, все, вот так вот встали, нормально. Идем. Как Клод. Прохиливайся. Угу. Да, сопротивление. Так, дикость, ага, все, отлично. Три портала. Центр. Центр всем. Рано ловушка. Рано ловушку дал. Только после первого трэша. Видишь, ты заморозил не того. Готовьтесь давать репитанс по одному. Быстрее уешим. Быстрее. Одного за контрольте, по черепу играем. Хилку сбил. По черепу играем. Блять, сало. Так, на метисе. Метис вышел. Все, умер. Метис. Следим за дебафами, просто стоим в этом. Отошли, дали диван. Клыкач, первый трэш выходит, только когда он вышел первый трэш, в любой столб света даешь этот. Че, я не успел выбежать, да? Да, ты не успел выбежать. Следим за дебафами, не только утыкаемся в кнопки, которые этот. Не надо убегать далеко, зачем вы убежали далеко? Дали диван, умерли, все, проблемы нету. Чем вы быстрее умрете, тем меньше времени вы утянете у рейдов. Соответственно, резнулись. Как его? Пошли дальше бить. Умрите. Умирайте, не надо бежать до начала инста. Отлично. Метис, давай, масс-рез. Не надо резко подходить. Давай, рез. Он у меня как-то без боя... Ой, бессмертие завыйдет. Подходим все. Порезайте там лопососа и... Кто там? И Джованни далеко стоят. Не надо выбегать с комнаты. Дебаф... да, должно быть видно. Да, и он озвучивается на центре экрана, ребят. Соответственно, ребят, следим. Я могу прослакать. Первый раз веду этот рейд. Соответственно, еще пока что не привык. Во второй фазе он почти этот вагон. Но... На скольких фазах вторая? 20%. До 20% доведем его, и все. И считаю, он исчезать не будет, только там этот ферять.
Слышишь, так давай Тём Геру давать, чтобы эту фазу быстрее переводить. Эту фазу ты быстрее не переведёшь. Эта фаза сложнее. Да, ну успокойся, там на 20% дадим. Эта дадим фаза босса, ничего все. Сложного, только дебаф и следить, все, мобов убивать. Должны вроде. Так, погоди, да, я вспомнил. У вас два танка? Да, нормально. А отбегать пофигу куда, да? Просто отбежать. От главное с этого кольца, то есть с кружка синего, то есть с центра, убежать. То есть отбегаешь на достаточное расстояние, ты потом чаже можешь этот, подлететь в любой момент. Соответственно, когда ты подлетишь, ты не разобьешься. В воздухе он не подлетит. Чек на готовность. Давайте, ребят, отлипаем. Я понимаю, что на аваре мы слишком долго просидели. На, убить этого босса. Тут токены не падают. И что, зато тут падают охеренные РДД-3. Так, все вроде подтвердили. Что-то я прослакал. Еще раз последний чек. Тут тренинг, блять, рыдать. Говно тренинг. Все готовы, отчет на пол. Дим, забери. Метки убрал. Наш мешается. Я Маша. Маша. Сальву ему дайте хоть. Тебе он не сорвет еще 300 кг экрана. За дом, давай, забегай. Три портала, пока что не надо. В дальний какой-нибудь дашь. Сейчас, как только будет трэш, дайте, пожалуйста, у Морипу. По турбо, Боб, дайте. Трэш его ешь, быстрее. Дай ловушку в какой-нибудь из порталов. Ага, все вижу. Отлично, красавчик. Блять, там босс. Сука, не повезло. По черепу играем. Собью кайф с трубком. Захилило. Мурчик вышел. Отлично. Доливаем. Жильца долили. Бил. Что, репит он сам сбивает? Не знаю, по боссу. Войн. Вендер. Валендер. Я извиняюсь. Валендер. Если что, не читаю ничего. Так, готовимся. Давай в дальний именно портал. В правый даже. После трэш. Да, в любой тут как попадет. Желательно тут два ханта быть. Еще раз бопу море киньте, пожалуйста. Все, давай лову. Нету бопу. Я тебя крыли дал. Смотри, угадал. Я тебе говорил по праву. Блин, бьет? По черепу. Жабу кинь на него, но без метки. Или ферните. Контроль дается. Я шипую. Актрис. Арчерс вышел. Сука, массовки вас научить надо, блядь, не прожимать. Нормально. Сорвал. План. Пан вышел. Угу. Так, готовимся, три портала. Левый дальше. Есть чем задохнуть лапы? Нечего.
Макс, капля. Турбо аккуратно. В один ловушку кинь. Ага, все, отлично. Отлично. На сухи не можете. Ну, ребят, ну блять. Пока вы не научите, не научитесь с контроля выводить его. Сбили? Блять. Шредер. Я послакал. Так я вышел. Да, все нормально, все живы. Я не далеко вышел. Фул хп. Фул хп у босса, ложимся. Надо было не выбегать, дикость. Надо было не выбегать. Не отбегайте он... далеко. На сколько он процентов хилит его? На 10% хп. Нихуя себе. Ребят, Дим, старайся отводить его на противоположную сторону не босса. Не так делает. Он не уводится, если он выходит там. Начинает когда стрелять, то все. Он не сбивается. Смотри. По-другому. Когда порталы появляются... Лут, мастер. Я тебе, блядь, пытаюсь объяснить. Нормально. Я тебе пытаюсь объяснить так, что когда он появляется, он бежит до цели, и только тогда он кастует стрелы. Ну так правильно, я это и объяснять, блядь, собрался, не? Врываешься тогда, когда я говорю. Выбегает с порталов после маленького трэша, отводи на ту сторону, Дим, трэш. Вот сам смещайся на ту сторону, где больше ренджа от порталов. Не надо, Морфис. Сейчас 3 ночи уже. Я шипую постоянно второго жреца. Я не знаю, может, первому косты не сбиваются, но второго я постоянно шипу. То есть нон-стопом просто стою и шип нажимаю. Демишинг, может быть. Ну, вроде бы 4 раза шипал, а Артём не было вроде бы этого демишинга. Ну, смотри, так можно сбивать шипом каст, а не просто так. Кастовать. Да нет, он, я просто стою и контролить нажим... второго моба, чтобы он не отхиливал. Оставить двух милишников, хай сбивает, пока ты. Чем он сбивается, только станом? Да, станом и салом. Mm-hmm. Сало может дать про товар, это я. Ты хочешь в протике тут быть? Ну, а ДКшники не могут сбивать? Прерывание мне работает. Если сбиваться салом, я могу давать, у меня 10 секунд КД, я могу одного моба всегда сбивать. Которого вы не можете контролить. Никаких проблем не будет, если никто не будет затрагивать второго моба и выводить его с контроля. Они будут всегда его затрагивать. Я предложил вариант, либо маг будет давать шип. Задум, поменяй шмотки, у тебя походу импы его трогают. Если он даст шип в каст, то просто забьет каст шипом. А я могу держать этого моба без всяких проблем и сбивать ему каст. Если во время этой переходки, когда выходят большие мобы, просто не давайте мордика. Либо уберите символ нас. А просто ну, я спекнусь именно в этого. Давай, спекнись с танка, будешь давать стана. Ассист у тебя есть, как его, будешь череп меточку ставить. Протополдин тоже может скинуть щитом. Я имел в виду, вы бьете того, которого ты там кинул меточку, а я того, которого, который постоянно. Да, ты думаешь по. Я просто ему собью каст и все. Давай, ДПС у нас должно хватить, так что нормально, давай так. В танку пойдем, да иначе. В 3 танка хотите? Да, да ничего. Да так и проще. И трэш удержим, меньше надо будет мороки. Так, я еще раз Мурчика спрошу. Ты поставил символ звездопада? Нет, но я не даю на этих типов звездопад. Да ему просто давать в начале, он там 10 секунд, этого достаточно будет. Ну вот я даю в начале, когда трэш. Нет. Звездопад уходит, да, то есть не запаривайся на этот счет. Чек, давайте, на готовность. Нет, просто если бы был Вискурево, бы больше дамага заносил. Вискурево, просто времени не так много. Клонус, Джованни,
Давайте, отлипаем. Ты череп также ставь, я буду крест ставить. Хорошо. Чек на готовность. Арчис, готов? Угу. Так. Все готовы? Отчет на пол. Я ворвусь туда. Только не особо врывайся. Вот, все нормально. Дим, надо было подходить на самый край, он бы достаточно было. Ну просто переставишь потом ничего. Да я потом буду смотреть, куда я вывести. Угу. Да ты просто встань, он добежит до тебя. Если так, Маша. Янка. Если косты будете заранее говорить, что вы будете сбивать. Да ну, дебафами суд. Много. Следите, главное, за дебафами, чтобы не подлететь. Готовимся, Маша. Каст. Угу, а, ДПМ, видишь, опаздывать. Так, три портала. Ходи подальше. В дальний какой-нибудь кинь. Угу. Быстрее, быстрее трэш носим. Блин. Забрал череп. По черепу играем. По черепу играем быстрее. Все остальные следуют. Быстрее, 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 быстрее. Угу. Я второго. Я сами. Подводи к боссу, подводи. Ну, вообще нет проблем. Шредер. Дальше отбегай. Угу. Другое дело. Так, три портала. Стой в ближнем портале. Вот тут. По правому дошла вышка. Чё, как с крылья есть? Угу. Сейчас дам. Сводим. Ауешим. Отлично. По черепу играем. Хорош. Шредер, или медвари двери. На мне отошел. Забери там. Трэш, забери. Второго тень. Под босс. Блять. Притянули, заебись. Стан. Угу. Ничего, нагоним. Один нормальный. Шредер вышел. Берса есть? Не вижу пока. Стаки от берса. Ну это да. Дашь по левой. Давай, ага. Блять, ребят. Аккуратней. Брокус. Так, лопасос, дай БР. Вывели. Аккуратно. Запал. Притяните, за дом вышел. Тяни потихоньку.
Готов, стан. После массала всегда каст. Следующий стан, да. Стан. Бонус. Бонус. Бонус вышел, череп, вышел. Череп, сука. Отожди, отождите. Ёбаный рот. Дашь по правой дальней. Да, фирец. Если что, фиряйте. По черепу. Ты там на хас. Стан. Стан. Аккуратней. Второго выделя. Кокс вышел. Выбежал. Под босса. Он жабит. Ни урона не будет, перо не надо? Нет. Я дам сал. Угу. Метис вышел. Метис. Угу, красавчик. Так, портал отводи сюда. Дальше. Правый дальний. Да, что-то у нас ДК смотрит. Подальше отведите от этого. Кумар уже. Я вижу. Вон он сейчас сдохнет. Так, Мурчик, по уморе, давай его бахнуть, не забудьте. По черепу. Каст не проявляйте. За дом. Сорян, блядь. Я как вы выводите второго постоянно? Каст, ага, все, норм. По кресту. По боссу вообще ДПС нет. Круг! Лопасос вышел. Угу. 12 так. Так, турбо, агро, Дима! Турбо инвиз, прожми. Правый дальний. Задефайте сейчас умору что-нибудь. Дима, сюда иди. Крыли дом. По правой дальней, не левый. По череп. Поворачивай. Шаман какой-то, блядь. Вот я вышел. Каст. 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 Отлично. Каст. Каст. Друид, силуин. Друид, сова. Сос. Силуин, ебать. Да, бля. Я извинялся по поводу дико. Прямо самый дальний этаж. Отошли налево. Кокс, есть чем задефать? 10 секунд. Дайте, чтобы они слились, ребята. Понимаешь, что вы хотите поешить, но с вас... Сорвать очень трудно. Дал крылья. Вешал быстрее. Да-да. Вывели его сразу, ну ёп. Череп. Сука, еле успел. Теряйте. Теряйте крест. Я по контролю. О, вышел. Ебать, если я могу просто тупо впереди. Здорово, выводи. Заводи. Фир, там фир. Не надо его фирить, хватит. Мы по боссу тогда не играем. Маш.
Отпускаете его сфера, когда уже убьете первого моб. Блять, я босс прожал, да? Так, хорошо, пытаемся. Уходите, где самые дальние все. С дальним усе. Где луна, вышли в луну и все. По левому дальнему даже. Хорош. Только не угад. Не знаю, что смотрит. Да, вот. Смотрю, не надо его убивать, ну ребят, ну. Метис! Вышел! Второй вышел. Второго в стоп-контроль. Клогнус. Вышел, Клогнус! Отошли от него. Отошли, отошли. Одного забрал. Отрыв лиз. Да, щит спасает. Отошли к дальнему одному. По луне отходите между этими всеми. Правый дальний, да. Надо сразу врываться, подбежит трэш, ворветесь. С вами с вас потом его срывать, запаришься. Янка. Кинул. Да. По черепу играем. Сюда. Элема убери. О, бля. Смотрите за черепом. Сбили. За бомб. За дом вышел. Притяните. Стоп, контроль, крест. Тяните. Дим, притяни крест. Только не в кассу. Забери босса. Бокрус вышел. Луну. Прямо самый дальний. Иннер по тени. Два вышло. Череп. Блять, череп. Второй. Все, я по контролю крест. Бьем по черепу. Мастер вышел. Блять, еле успел. У меня аж подвисло. Гритить, если что, я собью. Не в ПМ сразу 5 ДДМов. Давай, не. Сколько снимаете уже этот дебаф? Метис, потом играешь чисто в босса, после этого трэш. Как босс появляется, в босс играешь. Нету берсы, но есть стаки. По левому. Поаккуратней. Я понимаю, что хочешь, чтобы быстрее снести. Да я не так подождал. Где он там, блядь, тут хил? Не живо вижу. По черепу. Да, давай. Арчис вышел. Дали баф сразу по локу. От босса нахер. Второго вывели. Контроль. Угу, все нормально. Ставил стон. Окрестки. Но он по рандомному стреляет стрелы. Бонус.
Вышел. По кресту играем. Сбили. Долго их заливаем. Метис, ты в босса, надеюсь, играешь? Да, да. Правый и дальний дашь. В луну ушли, по трэш играем. Аккуратно. АУЕ на пол, давайте, Клыкач, Морфис. АУЕ на пол, жесткий. По черепу. Клонус вышел. Клонус. Так и вообще пробивают, но? Не очень видно. Ты где Морфис? Морфис вышел. Морфис вышел. Ушли все от него. Отлично. Бьем по кресту. Ох, не успеем, походу. Нормально. Трэш доливаем пока что. Отлично. Право мы дальним удар. Кокс, крылья есть? Да. Тогда я поставлю. АУЕ на пол даем, ставлю. Все может быть. Повезло. Дикость вышел. Так, да, дикость. Дикость вышел, отлично. Да, синеньким цветом светит. Сейчас я каст сделаю. За черепом смотрите внимательнее. Каст. Тяните крест. За дом вышел. Как же ботинки спали. Каскастер. Сила про товара. Медвей. Да я вижу. Беспокойся. Еще 20%. Окс, крылья есть? 20%. Да. Левый самый дальний. Да, сейчас еще одна первая. Ах, не угодно. А не угодно. По черепу. Касп. Отлично. Джованни. Второй вышел. Идите его сразу. Шип, крип. Что я его не могу бить, да? От босса. Бокрус. Бокрус. ДК Бокрус. Живее ДК. Вышел. 21%. Еще. Уже не помню, сколько я раз дебаф поднимаю. Ой, поп есть? Ой, да, поп есть. Есть, да. Крылья тоже есть. Сначала не врывайся, дай, пожалуйста, чтобы они собрались, я тебе это дам. Дал. Паша дал. По черепу. Блин, вывели с контроля, контролим. Нормально. Собаки кинули, да? Доктор. Вышел. Выбежал. Крести грипните, если что, собью. Быстрее.
Умора. Высоко подпилил. Еще две переходки. Не расслабляемся. Три. Ну максималку, да? Мы по 4% сходим. Короче, на себя если отвешивают, да. Самому дальнему кинешь. Лук, не уешь. Крылья дал. Антон, тебе. Череп. Гриб. Клон. Спал череп. Смотрите на молоко. Клон. Клон, услышал. Так, у кого БР есть? Мурчич, Арчи за БР. Каз, били. Гриппы, чё там? Мурчик. Мурчик. Мурчик вышел. Есть два варианта Гера. Либо что быстрее перевести, либо это. На вторую фазу. Лучше на вторую. Я и проходил. На крылья дал. С ДБМ Паша даже. Две вылезло. Череп. Арчис вышел. Ну и гриппой. Гриппой. Все, сейчас перебьет. Да, Мурчик, отлично. Мурчик, Мурчик, дальше. 10%. Мастер. Мастер. Вышел. Вы отошли все. У меня, сука, окно закрылось, ебучее, нахуй. Вот это я, бля, пересрал. Прикинь, сколько бы сейчас тебе КП залетело за лайв. Сейчас мостам. Да, я ж, блядь. Смотрю, мне кто-то ПМ пишет, открывай, я, сука, это мне СДБМ, это ребята. Череп, смотрите, стану. А вы ешьте сильнее. Семь процентов. Каст. Каст! Маша. Сука. Вот это, блядь. Чё, я сбил каст, чё. Диминишинги не навешайте. Сейчас будет каст. Сбили. Да. Тени, тени. 4%. Да все, ну зайдет, выйдет и нормально переведет. Как раз. Главное не обосрать. Что там? У меня сапогов нету нахуй больше. Пошли к луне, ребят. Вовков, заберите. Да, никакой не кинем, ну. БР есть? Я встал, смысл. Угу, баф дали по локу. По черепу играем быстрее. Как раз лок уже сдох. Ну, лок ДПС. Внимательно за череп. Шредер вышел. Шредер вышел. Гриппы, черепы. Гриппы, гриппы, гриппы. Моба все, моба. Моба играем.
Переходка должна быть. Моба убили. Моба убили, Геру дали. Тотема антифира там или чё кидайте. Чё за молния? А, это в танка? Ну все считаем, да? Нет, там есть каст какой-то. Я не знаю, что он делает. Шивы есть. Настроение какое-то. 5 секунд, вон фирнуло кого-то. Просто бейте босса. А дебаф есть? Не, он просто манекен вроде. Если что, еще лут два поменял? Танка есть. Лут поменял? Не беспокойся. Сфера был главный, мы можем диспалить сфер. Так долгий был пиздец. Можно спокойно две геры давать. Что этот феникс, что вот эта вот хуйня. Я же говорю, тут изи босс. Главное ДПС. Ну все равно есть, это да? Давать стан надо сало. Дим, на тебе какой-то стак вешается, нет? А да тьма? Нет, нам нет 30 этих только. Я понял. Че, упал? Ну, где мой рога? Говно на. Посох красивый упал. Да, посох. Штаны, кстати, охеренные просто. СПДшный рейд, нахуй. Лут. Вот эти штаны, смотри, какие Тём, классные. Нет, я дальше не буду идти. Да чё ты, бля? Да, давай, разролим, без разницы. У меня уже тоже время подскакивает. Долго сидели мы. Пока сосредоточились, пока то все. Из пугов, кто пришел, соответственно, ребят, сорян, что, конечно, одного босса, но хотя бы что-то полутали, правильно? Сейчас я разролю. Воронку забрали. А да, обновление не завтра? Спросится, когда завтра, так что не запаривайтесь. Да, тем более. Кольчуга. Кастеровская. Меткость. Надо кому-то? Нам понравилось, ты зови еще что. Ну, смотрите, у нас сборы бывают. Сейчас, конечно, крепость окна ИЗС. Хрен его знает как. На ОФ никто не будет, да? Хорошо. Так, дальше. Сетевая левая рука. Так. Подожди, что не понимаешь? Что будем анролить? Или штаны? Ну, или... только там. Там, кажется, и ничего не надо, лута нету. Дай мне за 10% костевой, если никому не надо. За 10%, так, погоди. Кольцо будет анролом, соответственно, ребят. Посох ролим. Мурчик, сова, нахрен тебя этот посох-то. Так он кому-то нужен. Кения нужен. Он холиприст или ДЦ? У тебя не получше будет мурчик с одноручкой? У него-то получше будет. Ну, давай. Он идет холли пристами Эрдру. Эрдру такой, если я учу штраму. Так, давай, нет, я не буду запариваться, ребят. Выбирать чего, кто и когда, я дам мурчику. Уже с ним договаривать. Чтобы не было там... В этом, блядь, что не отдаешь мод там и тому подобное, нахуй. Ткань ноги. Хорошего. Хорошие ноги. Да. Файрмаги. Доктор Кокс. Холи Прист. Да, он самый. Не особо, конечно, идет. Ладно, похуй. Это первый рейд, мне уже настроение нет. И кинжал. А дагер за ЭП? За ГП. За ГП. Мутику моим. Туда не надо. Так. На второй спех за 10% есть, а кому? Второй спех. Блин, сейчас. Так, кольцо unroll, соответственно, наши, кому надо. Сейчас выкинут ролл. Да, ходи на лука, я начислю.
Хорошее колечко, да? Неплохое. Че, никому с наших не надо? По-моему, оно даже топовое. Топовое кольцо. Ну, такое же кольцо. Желательно, чтобы палом был у нас в гильдии. У нас холи пала сейчас нету. Так, пинком больше одевать. Обменки дай. А, хотя да, пал-то не в гильдии. Сорян. Так, погоди, по приоритету посмотрю. А хотя да, давай обмен. Пал, давай обмен. Чё, ну никому нахуй из наших не надо, что ли? А, кольцо? Надо, так извини, у пала этот с нашей гильдии. Сейчас он вступит палом еще в гильдию. Ну так правильно, по приору идёт. А! Стоять! Пал, давай сюда кольцо. Бля, забыл, что по приору. Сорян. Сейчас поебка, блядь, башка не соображает. Не то, что паролу. Сори. И похуй я начислю сейчас за этот. Так, по приору у нас дикость. Кто там еще-то ролил? Дикость. Джованни. Нет, дикость обмен. Надо подумать, какую цифру будет. Ну, Джованни есть. ЕП. Надо думать. Поскольку первые два босса убили. Джованни, за ГП забираешь? Предлагает 3К ЕП. 3К самая. Дисконт. Во да, всех зависит? Да. Блядь. Я за ГП заберу, если что, Тём. Это дикость? Нет, Джованни. Джованни. Дикость. Ты по приору выше? Тебе оно нужно? Если нужно... Не, забирать не буду. Отдавай, Джованни. Джованни с ссылка, где 25 хм. С кораблей. Оно а хуже. Лучше. Там крита меньше. В этом кольце крита сейчас меньше. Сейчас я... Чем... Главное, спать и не ливайте. Я потом сейчас начислю ИП-ху. И да. Ты это, начисли ЕП и сред сразу сделай. Да, да. Ну, уже да. Боссов можно фармить. Боссов можно фармить, соответственно, если, блядь, тупить не будем, ребят, в следующий раз убьем с первого раза Феникса, с первого раза, блядь, убьем эту пизду, извините за маты, уже не, башка не соображает, соответственно, мы пойдем убивать робота. С робота падают плечи Т4. Ой, Т5. Unroll. На самом деле, я не знаю почему, но... Они такую херню сделали, что такими изящными. Тут даже тактики не надо знать. Почему не надо? Ну как тебе так кажется? Вот смотри, вот это надо было стан давать, это надо было контроль давать. Если бы люди вообще хер забили, так мы бы не убили. Ты видел, как он отхиливал, когда никто не давал? На самом деле, по 10% хп отхиливает. Это еще ненормально было по той причине, что мы много времени просто проебали из-за того, что моб стоит там, а босс стоит там. Ну так босс не водится, ты видел. А моб это тоже медленно водится. Его догрипают еще нормально. А, у нас 4 ДК было в рейде. 4. Ребят, так... Не запариваемся на этот счет, потому что, во-первых, мы шли с пугами, ребят. Если была бы чистая гильдия... Я тебе скажу лучше, эти пуги были лучше некоторых людей из гильдии. Так ты понимаешь, что они лучше тем, что они просто дамажат больше. Вот тот вар, там я не осматривал его, но он просто был первый по ДПС. 272 вар. Шэм. Ну вот. Ни одного сокета нет, все брели. Сон на хосту с двумя мамонтами. Что ты хочешь? Так что о чем ты говоришь? Ну, чем он лучше? Чем брюлями, что ли? Нет, человек просто хорошо зарабатывает, и человек умеет кнопочки прожимать. Но что я видел некоторых людей, которые даже такого не могут дать. Вопрос, а на вот этих хилеров канает проклятие демонолога, которое замедляет их хил? Ну как? Это изучил там? Да, демонолог. Надо проверять. Ну, я могу сказать, ДКшное сало тоже канает, если что. Да, ну, удушение, если ты кидаешь до каста, правильно, микстуру? И ну, во да, время. Мне без разницы, я тоже кинул, там и 4 секунды.
Медвей. Чё, 3к ЕП где-то дашь? Пока солю за каждого босса. Ну, это первое убийство еще. Плюс пуги. 3к нормально. Да. Ну а так по стандарту, как думаешь, 3 босса по косарю и кель 2 косаря, наверное, да? Ну или как. Это как целка, тем более тут долгие боссы, так что, да, нормальное епокричество. Нет, боссы будут. Ну быстрее. Если мы будем все убивать на фул и быстрее, тогда уже епо можно... Когда это 5 иметь. Будет, оно будет убиваться быстрее. Да плечи ничего не дадут, надо же второй кусок все равно. Надо 4 куска, как я знаю. А? 2 куска в начале выбивается, потом уже 4. ЧГБ у нас увеличилось аж на 1 этот, да? Слышите, но гильдой вообще классно фармит в этом данже. А что нет там? Можно на трэш ходить? Да. На первой танжа нет. Трэш, трэш легкий, это только первые те тяжелые, остальные там изи. Тем более в той комнате, где вот эта вот дура стоит. Это не то, что мы тогда в 7 человек пошли в ЗС. Чулан был довольный. Че, вы там воронки выбили? Ага. В основном. Люлей мы там ловили. Люлей, не конкретно. Тем рыбачит. Пойду я, говорит, где моя удочка, говорит, вызвал, блядь, я бегу в начале инста, и меня тупо летит патрон и шотает, короче, 90 раз с чем-то пролетел. Где моя удочка, блядь? Да там помнишь этот босс, который удочка приживается? За него же ачивку дает, мы с лопососом это, кто первый выловит.